Я вітаю глядачів каналу «Миколаїв». Це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. І, як завжди, по понеділках у цій порі ми присвячуємо наш прямий ефір темі медицини. Медична тема. І сьогодні в студії у нас гість Світлана Раєвська, завідувач амбулаторії номер 7 Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2. Вітаю вас, пані Світлана. Дякую, що ви сьогодні у нашій студії спілкуєтеся як зі мною, так і з нашими глядачами. Вам, шановні глядачі, хочу нагадати, ми працюємо в прямому ефірі. Телефон 76 92 42. Він буде періодично з'являтися на ваших екранах, і ви можете приєднуватися до нашого спілкування, до нашої розмови, ставивши свої запитання. Отже, пані Світлана, ми будемо сьогодні говорити більше на тему педіатрії, ваш профіль. І на початку, скільки дітей обслуговує центр? Наш центр номер 2 обслуживает население детское в объеме 14 тысяч детского населения. Ну, чтобы понятнее было для людей, сколько это, у нас в городе Николаеве примерно 91 тысяча детского населения. То есть можно себе представить, что наш центр обслуживает 1/6 детского населения города. Поэтому деток довольно-таки много, мы обслуживаем от 0 до 18 лет. Ми зустрічаємося з вами напередодні нового навчального року, і всі батьки знають, що треба пройти медичний огляд. Він обов'язковий, так, медичний огляд. По-перше, для чого він проводиться і які вже можна підбити підсумки? Медицинські осмотри у нас в країні ввели з 2010 року приказом Міністерства здравоохранения, и это медосмотры обязательные для всех школьников. Причем, какие новшества? До этого тоже были, так как у нас многие помнят, что диспансеризация, слово диспансеризация, и осмотры проводились, но по школам. Почему решили сделать поправки, внесли в эти осмотры? Потому что многие родители, к сожалению, не участвовали в этом процессе. И что собой подразумевает на сегодняшний день медосмотр школьников? Это обязательное участие родителей. Либо родителей, либо законного представителя ребенка. Причем, если у ребенка есть мама, папа, они являются законными представителями ребенка, а не бабушка и дедушка. Поэтому, если с ребенком к врачу приходит либо бабушка, либо дедушка, то врач имеет право отказать в осмотре, именно чтобы присутствовала бабушка или дедушка, или какую-то рассказать состояние здоровья ребенка, или озвучить диагноз. То есть об этом должны знать только мама и папа. А вчителі мають право бути законними представниками? Іноді приходять діти з вчителями? Ні. Законні представители – это либо мама, папа, либо опекуни, которые именно государство им дало такой статус. Це стосується першокласників чи дітей будь-якого віку? Вообще всех детей. Всех детей от 0 и до 18 лет. То есть это касается. Единственное, что поправка есть, с 14 лет ребенок, после 14 лет, ребенок имеет право, конечно, осматриваться также и без участия родителей, и даже на согласие о прививках имеет право ставить свою подпись. Тобто ми зрозуміли, перша вимога – обов'язковість, і друга вимога – обов'язково батьки або представники, законні представники. Да, да, обязательно. Почему? Потому что в первую очередь родители должны, так сказать, беспокоиться о здоровье ребенка, знать о здоровье ребенка, и потом все остальные. То есть если они взяли на себя обязанность воспитывать ребенка, ввести его во взрослую жизнь, то они должны и беспокоиться о его здоровье. Таким чином відбувається певна профілактика. Зрозуміло, якщо є якісь тенденції, патології, то можна виявити ось завдяки таким медичним оглядам. Конечно, конечно, очень много выявляется патологии. Если вот обратиться, допустим, к статистике, то за 10 лет, за последние 10 лет, возросла заболеваемость школьников в 26,8%. То есть наши первоклассники, уже идя в первый класс, имеют
30% первоклашек имеют хронические заболевания. А какая структура этих заболеваний? В первую очередь структура заболевания выявляется, например, по нашему центру могу сказать, что в первую очередь выявляется большое заболевание глаз, то есть понижение зрения идет, потом не нарушение питания, то есть это и как избыток массы тела, так и недостаток массы тела, в некоторых случаях даже ожирение. Почему? Потому что родители очень попустительски относятся к здоровью и к питанию своих детей. Потом также от этого, из этого вытекает и нарушение осанки. Очень часто, вот почему хочется, чтобы родители обязательно принимали участие в медосмотрах, потому что очень часто приходит мама с ребенком к педиатру. У меня сколько раз было такое. Ребенка осматриваешь, предпочтительный ребенка раздеть до пояса, и выявляешь у него нарушение осанки. Спрашиваешь: мама, вы видели нарушение осанки вашего ребенка? Она: где? Когда ничего не начинаешь показывать, какие ребра, какие плечи, какие лопатки торчащие. В общем-то, для нее, для многих родителей... Картина показова, но мама не звертає уваги, що відбувається. Это вот я, например, делаю в этом случае вывод, что просто родители не интересуются своими детьми. Они их перестали купать. То есть, если бы мама купала его, раздела ребенка, она бы видела, что там творится с ним. Ну да, как маленькому видите. Да. Они перестали обращать на них внимание. Поэтому 6 лет проводятся медосмотры именно в таком ракурсе, с дети и родители. Ну, очень много все равно недовольны. У нас есть телефонный звоночек, мы вас слушаем, будь ласка. Алло. Так, слушаем, да. Вот сейчас слушаю, вот вы так рассказываете, слаживается впечатление, что вы находитесь даже не в Николаеве, а не знаю, где-то за рубежом. То есть вы говорите, что и родители невнимательные, там и это. Ну, я, конечно, понимаю, потому что сейчас у нас медицина в очень плохом состоянии. Ваше запитание, будь ласка, запитание ставьте. Я была в Корабельной, Октябрьской, ЦРБ, с ребенком. То есть проба Руфье. Вы понимаете, что я сегодня даже не смогла сделать ребенку пробу Руфье. Медсестра мне сказала, что врач должен, врач оказался не педиатр, а семейный врач. Так мы вышли без пробы Руфье. Кто должен делать эту пробу Руфье и почему так безответственно к этому относится? Дякуємо. Дякуємо. Якщо ви зможете відповісти на це запитання. Проба Руфье очень показательная для состояния здоровья именно сердечно-сосудистой системы у ребенка. Поэтому ее, конечно, выполнять нужно обязательно, и выполнять ее должен врач. Почему? Потому что перед пробой Руфье ребенок должен быть здоров. Если он будет болен, ну мало ли, у него ОРВИ, мы его заставим выполнять пробу с нагрузкой. Это недостоверная проба. Причем для каждого возраста есть свой показатель пробы Руфье. И об этом могут правильно оценить только доктор должен. Ну, вам, что я могу сказать? Вам просто не повезло в какой-то степени, раз семейный врач, может быть, ему некогда было, может быть, большой наплыв был именно посетителей, может быть, в конце концов, он не знал, как ее интерпретировать, правильно? Ну, может такое быть. Мы допускаем здесь, я лично допускаю, и непрофессионализм в какой-то степени. Вот. Поэтому компания именно по медосмотрам стартует с 1 января. С 1 января выделяются дни, когда каждая школа отдельно может пройти. И пробу Руфье, в принципе, несложно подгадать такой период, когда ребенок будет здоров, с точки зрения даже родителя. Он же видит, общается с ним, что ребенок не кашляет, ребенок свободно дышит носом. Прийти к доктору и провести эту пробу Руфье. Тобто с 1 січня 2017 року вже можуть відбуватися медогляди на наступний рік, якщо ви кажете, що з січня, з початку року відбуваються. Але у нас так стається, що на останні дні... На останні дні. Зараз у нас, наприклад, теж в центрі твориться стовпотворення
творение. Все вспомнили, тот, кто не в течение года, вот с 1 января не прошел, то все побежали именно в последних числах августа делать медосмотры. И столкнулись с такой проблемой. Значит, специалисты, которые им нужно, допустим, пройти, кто-то в отпуске, кто-то заболел. То есть мы все люди, и мы все имеем право и на отдых, и можем заболеть в конце концов. Поэтому очень большое скопление народа, и, конечно, явное неудобство и для наших пациентов, и для их родителей. Конечно, это возмутительно для всех. Для мене в тому числі. Зрозуміло. Пані Селена, у нас є невеличкий відеосюжет, ми знімали його протягом наступного навчального року, але він все ж таки доволі показовий, все, що відбувається і наслідки навчального процесу, я маю на увазі ту вагу, яку носять на собі діти і, відповідно, страждає хребет від цього, але і від того, що ми самі батьки не можемо організувати вільний час наших дітей. Я прошу, будь ласка, відеосюжет. З кожним роком стає все гострішою проблема вільного часу школярів. З одного боку, батьки стурбовані невпинним зростанням шкільних навантажень, що позбавляє дітей можливості гармонійно розвиватися. Вага звичайного ранця із підручниками дуже часто призводить до захворювань опорно-рухового апарату дитини. Скажи, будь ласка, скільки в тебе книжок? У мене 5 книжок. І тобі важко їх носити? Так. Наскільки важко? Ну, тому що я в дуже тяжкій одежді. И сам мне очень тяжело их носить, они для меня это тяжело очень. Потому что я мало занимаюсь спортом. У реабілітаційному відділенні дитячої міської поліклініки номер 3 про проблему сучасних школярів знають не щоток. Щорічно через руки медиків цього закладу проходить близько 2000 дітей із порушенням осанки та захворюванням хребта. Сейчас очень много дітей у нас ходят с уплощением стоп, с плосковальгосными стопами, с нарушениями осанки, сколиотические осанки всевозможного характера, и кифозы, и кифосколиозы, и лордозы, и сколиозы различной степени, и первой, и второй степени. То есть это, я считаю, болезнью века. Звичайно, дітям ніхто не говорить про відмову від книжок. Проте вчителі і самі розуміють, наскільки важко доводиться учням. Я согласна з тим, що у дітей у наших дуже багато учебників. Ну, вони потрібні, без них не можна. Ну, от на протяжении всієї своєї роботи в школі я стараюсь составляти розписання уроків так, щоб по самому мінімуму діти носили учебники в школу. Конечно, в идеале было бы хорошо, ну, может быть, в будущем перейдут на планшетную систему обучения, и дай бог, чтобы это было, потому что все-таки, как ни крутите, а учебников бывает, порою они в портфель кладут 4 или 5. З іншого боку, батьки самі не вміють і часто не прагнуть організувати вільний час своїх дітей поза школою. З'ясувалося, що формула вільного часу у всіх схожа – сон, телевізор, комп'ютер та підготовка до уроків. Шкільні роки – це період, коли мозок, руки і почуття зростаючої особистості шукають найкращих сфер вираження. І знайти їм достойне застосування є основним виховним завданням батьків та педагогів. Ми працюємо в прямому ефірі, телефон студії 76-92-42, отже, продовжуємо нашу розмову. У вас є якісь певні коментарі з приводу цього відеосюжету? Отже, зрозуміло, хоч це і був той навчальний рік, але ось такі тенденції показові існують. Так, звісно. Я согласна, що це проблема віка. От існує таке зараз поняття, як хондропатії. Тобто це буде все прогресувати, все молодіти, молодіти – це буде процес. Тобто навіть рюкзак – це не найстрашніше, що наші діти можуть, що може, так сказати, їм повредити. Питання. Саме головне – питання. Діти у нас їдять, Бог знає що. Родители зачастую не следят, что они едят. Чипсы, сухарики уже, наверное, уже всем навязли. Так, на перекус, да, чипсы, сухарики? Да, да. И родители и не... И кока-кола еще, да, и кока-кола в частности. То есть
Какое усвоение кальция может быть в этой ситуации? Никакого. То есть молочные продукты многие дети не употребляют. Не из-за того, что они, допустим, не едят, а из-за того, что могут родители не приучили. Ведь как ребенка с рождения приучаешь к какому питанию, то он и будет есть. Какие традиции в семье? Если в семье традиции перекусывать, если в семье традиции отсутствует здоровой пищи, то, естественно, у ребенка будут слабые кости и мышцы. И всегда вот по этому поводу, когда приходят ко мне и говорят: «Доктор, вот ребенок часто болеет, у ребенка проблемы такие, такие, такие. Дайте нам таблетку». Таблетку. Да. Вот я вам честно скажу всем, не существует таблеток, которые выпил, и будет все замечательно. Нужно вкладывать деньги в здоровый образ жизни. Вот я, например, против того, чтобы родители освобождали своих детей от физкультуры, делали ограничения физических нагрузок своим школьникам. Ну, бывает, конечно, никто не говорит о том, что бывают хронические заболевания, которые действительно нуждается ребенок в ограничении физических нагрузок. Но мы говорим о том, что вообще среднестатистический ребенок, он должен постоянно двигаться, постоянно. То есть его эндокринная система, его иммунная система впрямую, напрямую зависит от двигательной ситуации. Если он не будет двигаться, ну, мы знаем, что в природе то, что не нужно, то умирает. Угу. Да? Отмирает. То есть нам не нужен был хвост. У нас хвост. На жаль, ми спостерігаємо, що наші діти від планшета, телефона рухаються тільки в такому напрямку. Це дуже плохо. І теж не підтримую врачей, які говорять: «Ні, ні в якому випадку, вашому дитину не можна фізкультура». Я, хто мене знає, наприклад, тут, я проповідую завжди такий компроміс. Я говорю, если вы не хотите, я всем рекомендую физические упражнения. Это, кстати, и для укрепления осанки, и для лучшей стопы, и для укрепления того же позвоночника. Соответственно, из-за этого будут укрепляться и внутренние органы. Я всем советую компромисс. Танцы. Дуже сексуальная пропозиция. Танцы, вот... Если вы боитесь за своих детей, что вы не хотите их отдавать, допустим, в великий спорт, что они не нужно олимпийскими чемпионами становиться. Танцы, вот, например, они развивают вообще, ну, все группы мышц, это одно. Второе, выносливость развивают, это второе. Третье, создают гармоничную именно структуру и психики, и физическую структуру, то есть за счет музыки, за счет упражнений специальных. Поэтому ведите своих детей в танцы. Дякую. Прививки, вакцинація. Хочеться приділити увагу нашому ефіру і цьому достатньо такому вагомому аспекту і медичного огляду, і підготовки дітей до дорослого життя. Адже вступаючи у певний навчальний заклад або це дитячий садочок, школа – це певний період дорослого життя, дорослішання. Як в цьому? Да. Ну, прививки більше, звісно, відносяться до сфери імунної системи. Почему? Потому что прививка – это своего рода как тренировка для иммунной системы. И очень плохо, когда родители отказываются делать своим детям прививки. То есть наша иммунная система, она способна выдержать нагрузку, ну, ответить, так сказать, ответ дать на более чем миллион агентов, не свойственных для организма. А прививка там 1, 2, 3 агента, то есть вреда для иммунной системы нету, наоборот, только польза. И те дети, которые вакцинируются, они, во-первых, защищены, тоже, опять-таки, с теми, очень много есть людей, которые против прививок, которые там написаны на эту тему, и книги, и статьи, но я приверженец прививок.
и считаю, что они действительно защищают прививки. И существует, это для тех, кто сомневается, что школа не имеет права принять ребенка или другое детское учреждение без прививок, то существует закон Украины, не просто приказ наш какой-то, а закон Украины уже о защите населения от инфекционных заболеваний, который гласит в статье 15, что любое детское учреждение имеет право не принять ребенка в свои ряды без профилактических прививок. Угу. Вот, поэтому думайте о прививках. Скажіть, будь ласка, ви в нашій попередній розмові говорили, що є такий синдром 7 вересня, коли починається 1 вересня, ми начебто всі дітки зустрічаються, все нормально, спілкуються, а потім настає період захворювань. Чим він загрожує цей період? Да, обычно вот родители как-то немножечко так попустительство допускают в отношении здоровья своих детей. В каком плане? Очень многие, побывав на море, например, приезжают с моря в конце августа, сразу же идут 1 сентября, нагружают ребенка учебой, следят, чтобы он учился. Но существует действительно такой синдром 7 сентября. Когда вот как-то 1, 2, 3 у нас в поликлиниках всегда затишье, а после 7, ну примерно так же, это условно, конечно, 7 сентября, 5, 6, 7 начинается повальное заболевание. То есть детки встретились, детки между собой перецеловались, переобнимались, и начинается вспышка, ну, именно сезонного ОРВИ. Хочется пожелать родителям, чтобы они не забывали, что, к сожалению, после того, как они побывали на море, очень резко снижается иммунная система. То есть вы, конечно, оздоровили детей, но снижается за счет активной инсоляции. А активная инсоляция – это всегда разрушительно влияет на витамин С, который мы потребляем с пищей. К сожалению, он у нас в организме не вырабатывается. Но потреблять с пищей это нужно большое количество фруктов, большое количество овощей. Наши дети, опять-таки, в силу того, что мама, допустим, считает, что это не нужно, или ребенок вдруг ему не понравился какой-то фрукт, они не едят в таком количестве. Поэтому вполне реально, чтобы немножечко профилактировать именно заболевания, связанные с 7 сентября, можно давать в этом случае витамин С. Ну и опять-таки, витамин С только не в больших дозах. Можете проконсультироваться с врачом своим. Почему? Потому что большие дозы недопустимы. Допустимы только 50-100 миллиграмм в сутки витамина С. И опять-таки, если ребенок маленький, он только пошел в школу, постарайтесь ему обеспечить режим. То есть ребенок должен прийти со школы, покушать, лечь поспать, он еще маленький. Никогда не заставляйте делать уроки детей с 2 до 4. Это самый малоусвояемый для мозга период суток. Организм требует відпочинку, да, так? Да. Самый усвояемый период суток – это примерно с 16 до 19 часов. Угу. То есть бесполезно ребенка заставлять с 2 до 4, чтобы он вам выучил стих, он вам не выучил. Краще відпочити, так, в цей период? Да, лучше отдохнуть, лучше его вывести на улицу, если не жарко на улице. Лучше посвятить ребенку именно общению с собой. Не так, что вот как вы, ну, многие видели, едешь в транспорте, это очень показательно. В транспорте мама сидит с гаджетом, и ребенок сидит с гаджетом, и у мамы наушники, и у ребенка наушники. То есть не слышат никакого общения друг с другом. То есть мир где-то там, в виртуальности. Да. Я вам дуже дякую за цікаву пораду, за цікаві поради, розмову з нашими глядачами. Ми маємо вже завершувати час нашого ефіру, прямого ефіру спливає. Запрошуємо вас ще. Адже дуже цікаво слухати вас. Я вам дякую, шановні глядачі, за увагу. Це була програма «Це вас хвилює». До наступних зустрічей. На все добре.